Чем больше выбор, тем лучше. Больше мнений. Это к лучшему. Наш гражданский долг. Я хожу всю жизнь на выборы. Я думаю, что я пойду. Почему хожу на выборы? Ну, надо сделать выбор. Я думаю, что надо. Ну, каждая партия предлагает свои, наверное, инициативы и должна продвигать их. И, соответственно, от народа должны быть инициативы, которые они должны рассматривать. Я думаю, что каждый выберет ту кандидатуру, которая действительно его устраивает. Главное, наказы, которые сейчас предложения люди делают, они выполнялись. Тогда и доверие будет к нашим избранникам. Однозначно стоит сходить, проголосовать и выразить свое мнение по поводу нынешней ситуации. Конкуренция в любом случае двигатель какой-то, ну, прогресс, наверное, банально прозвучит. Какой-то двигатель, который позволяет развиваться, наверное, всему, в том числе и в политической сфере. Но моя благоверная меня на выборы очень тянет. Говорит, надо, значит, выразить свое мнение, типа демократия и так далее, и так далее.